Всем привет, с вами Ровсиксон. Обычно на этом канале я рассказываю про крипту, но сегодня расскажу о книге «Как я украл миллион долларов», которую написал Сергей Павлович. Хочу поделиться своим мнением о прочитанной книге, а также в конце видео будет пара вопросов для моих подписчиков. Это первое мое видео о книге, которую я прочитал, так что поддержите меня лайками и комментариями, и, возможно, я буду продолжать эту рубрику. Я постараюсь обойтись без спойлеров и начну с того, что книга мне очень понравилась и прочитал ее за несколько дней. Очень интересно описана работа Картера и тонкости, которые очень быстро запоминаешь. Очень хорошо жить, когда у тебя много денег, и тебе они достаются относительно легко и быстро. Веселая и беззаботная жизнь, тусовки с друзьями и крутые машины. И это позволяло делать картинг, и то, которым можно было заниматься всего по 3 часа в день. Не работа, а мечта. Но до определенного момента, который наступает у всех рано или поздно, после которого начинаешь осознавать, как важны для тебя близкие, которые вроде и рядом с тобой, но общаться как раньше ты теперь не можешь. Как важна для тебя свобода и стоило ли оно того? Нет, не стоило. За каждый поступок приходится платить. Платить своим временем. Преступной деятельностью может заниматься успешно только умный человек. А для такого человека это худший выбор, так как он сможет быть успешен в любой другой легальной деятельности. Human is a rare sum. Человеку свойственно ошибаться. И нормально, даже если человек ошибается подряд. Я считаю, главное учиться на своих ошибках. А если же этого не делать, то вы будете совершать их снова и снова. Важно быть аккуратным и осторожным во всех своих делах и находить во всем положительные моменты. Например, не проклинать жизнь в тюрьме, а читать книги о бизнесе и думать о дальнейших планах и о своих ошибках. Вы видели хоть одного астрономически богатого человека-преступника? Нет, все богатейшие люди разбогатели на изменении жизни людей, и они вели свой бизнес легально. Каждый день мы делаем выбор и совершаем то или иное действие. Мы должны понимать, какие у него будут последствия, и действительно ли это нам нужно делать. Сергей Павлович показал своим примером, как нужно воплощать свои планы в жизнь, строить честный бизнес и создавать свое крупное медиа. Я всем советую эту книгу к прочтению, и мне интересно ваше мнение об этой книге в комментариях. Также у меня есть просьба к моим зрителям и к Сергею Павловичу. А именно, мне интересно узнать у вас, какие книги по бизнесу вы бы порекомендовали мне, да и не по бизнесу. Спасибо за просмотр. По ссылке в описании будет магазин, где вы сможете купить книгу, а также ссылка на регистрацию в лучшей криптовалютной бирже Binance по моей реферальной ссылке, которая даст вам скидку 20%. А также, если вас интересует криптовалюта, то переходите по ссылке в мой телеграм-канал. Всем удачи и... делайте правильный выбор.